Всем известно, что «Капустник» — это юмористическое театральное представление. Когда-то в дореволюционной России его устраивали для узкого круга театралов. Как утверждают многие источники, чаще всего происходило это в период Великого Поста. В те годы официально устраивать увеселительные мероприятия на сценических подмостках до начала Пасхи строго возбранялось. Поэтому собирались работники театров самостоятельно, устраивая шуточное действо для себя, при этом угощая друг друга одним из главных постных блюд – пирогом с капустной начинкой. Многое со стародавних времен изменилось, и сегодня театральные капустники в большинстве своем открыты для всех желающих. Мы хотим вот заразить зрителя просто нашим, вот, нашим отношением, нашим настроением. Вот чтобы зритель ушел в таком же настроении, в каком мы выйдем на спектакль. Вот, ну, как бы наша самая главная задача. Чтобы зритель получил удовольствие. Не обязательно там ухахатываться там, от каких-то шуток, а вот просто получить удовольствие. В театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота решили в честь профессионального праздника не просто устроить традиционное шуточное действо для зрителей, но и открыть для них тайны творческого процесса подготовки театрального капустника. Приглашает ценителей юмора на открытую репетицию, во время которой публике будут показаны отрывки из полюбившихся репертуарных спектаклей театра. Конечно, все это мы соединим, все в юморе сделаем, и такая будет у нас вот капуста вот, нарезная. Вот, поэтому ждем зрителя, попытаемся удивить. И у нас много таких спектаклей, которых мы вспоминаем, которых зритель очень любит. Понимаете? И вспомнят ностальгия и хорошие спектакли, которые уже не идут на сцене, и которые даже идут, и все это мы соединим ним в юморе, и будет, я думаю, замечательно, феерично и искрометно. Ромео! Что? Ну что ж ты за актриса такая, а? Я же тебе говорил много раз, смотри сюда. В зал нужен, звук нужен, громкий звук, скажи вот так. Ромео! Что тут сложного, ты? В праздничном представлении будут задействованы и директор театра Сергей Коновалов, и любимица севастопольской публики, легенда флотского театра, народная артистка России Валентина Попова. Работая над репетицией «Капустника», актеры театра флота подчеркивают, что в нынешнее крайне сложное время многим не до юмора. И тем не менее, такие несерьезные встречи со зрителем очень важны. Но мы решили, что, учитывая наше время сегодняшнее, особо не юморить. И мне напоминает, это такой, он лирический, этот капустник, он с элементами юмора, но он больше такой лирический. Большое удовольствие, конечно, артистам, возможность вот действительно пошутить над самими собой и над всем, что происходит в театрах. А то, что ты меня любишь. Когда вот так повторяют каждое твое сказанное тобой слово с присоединением язвительного смешка, звучит, конечно, по-идиотски. Да посмотри на себя, в самом деле, второстепенный персонаж из мультиков. Попасть на репетицию «Капустника» в драматический театр имени Бориса Лавренева Черноморского флота может любой желающий в воскресенье 26 марта. Начало необычного спектакля в 18:30. Максим Давыдов, Юрий Реутин, Севинформбюро.